не будет никогда универсальней термина, чем жопа. Пусть не нашлось ей места в словарях, она торчит под поясницей гордо. Все говорят о сердце, о мозгах, оставьте. Жопа – самый главный орган. Дух приключений, что царит в отчизне, находит воплощение в ней свое. У русских жопа – это образ жизни, и делается все через нее. Года над этим образом не властны, поскольку прочно в жопе мы сидим. Она как родина, настолько, брат, прекрасна, что выбираться из нее мы не хотим. Все жопой чувствуем, всех в жопу посылаем, а власть имущим лижем через раз. И на работе жопу натираем, чтоб жизнь за жопу не схватила нас. Это вообще капец. Девочки, ну давайте, треба выпить. За гимн.